Расследование трагедии на озере Анси во французских Альпах. По предварительным данным, трое из четырех убитых, тела которых были обнаружены в автомобиле, были членами одной семьи. Это туристы из Великобритании. Тела двух женщин и одного мужчины были обнаружены в машине марки BMW с британскими номерными знаками. Четвертый погибший – велосипедист. По данным следствия, он проживал поблизости. Кроме того, сообщается, что в автомобиле живой обнаружена четырехлетняя девочка. По версии правоохранителя, она провела там не менее 8 часов. Поступает информация еще об одной девочке, которая в критическом состоянии была доставлена в больницу. Район происшествия оцеплен полицией, ведется поиск возможных свидетелей. Следствие пытается установить, что стало мотивом преступления. Место преступления похоже на сцену из фильма. Здесь были убиты 4 человека. Это все, что мы можем сказать на данном этапе. Это очень серьезное происшествие. Такие люди представляют угрозу населению.